Так. З нами вже на прямому зв'язку Павло Латушко, керівник Народного антикризового управління Білорусі, білоруський дипломат, посол Білорусі в Польщі у 2002-2008 роках, Франції також у 2019 роках і міністр культури Білорусі у 2009-2012 роки. Пане Павло, ми бажаємо вам доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Пане Павло, згадали ми щойно про те, що Лукашенко пропустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її не відтягнув Захід, так? На вашу думку, така заява Лукашенка, вона пов'язана конкретно із тиском Путіна? Про що конкретно можуть свідчити такі виказування, як гадаєте? Ну, вы вспомнили также о том совещании, которое вчера Лукашенко провел с председателем Комитета государственной безопасности, госсекретарем Совбеза, с военными по поводу реформы КГБ. Сейчас идет речь, насколько мы понимаем, о реформировании КГБ в двух направлениях. Прежде всего, по тем сведениям, которые поступают из Минска, планируется преобразовать управление разведки КГБ Беларуси в главное управление разведки, добавив туда дополнительные функции. В том числе будет создано в рамках главного управления разведки специальное подразделение, которое будет заниматься сбором информации в отношении белорусских демократических сил, активистов, лидеров, проживающих за рубежом. В том числе нельзя исключать, что в рамках этого подразделения будут созданы и группы, которые будут заниматься и физическим устранением противников режима. Мы знаем, что диктаторские режимы, ну хотя бы даже давайте вспомним Хусейна, всегда использовали этот инструмент. Примером является, кстати, Российская Федерация, о том, чтобы ликвидировать политических оппонентов, проживающих за рубежом. Также планируется усилить подразделение или, возможно, даже создать отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами санкционной политики. Лукашенко очень сильно болит то, что сейчас введены санкции. Буквально сегодня президент США продлил еще на один год с перечень санкций в отношении режима Лукашенко. Это один из самых длинных санкций в отношении американских, которые применяются в отношении других государств. Так вот, в это подразделение нам поступала раньше информация, возможно, включат представители различных экспортно-ориентированных ключевых предприятий белорусских экономики, и они будут иметь соответствующие допуски, грифы для того, чтобы быть и консультантами, и реальными сотрудниками, помогающими обходить эти санкции. А то, что Лукашенко умеет это делать, мы с вами знаем, начиная с 2014 года, он фактически, ну, контрабандист 21 века и всегда умел на этом зарабатывать. Теперь, отвечая на ваш вопрос по поводу Западной Украины, да, действительно, он использует это в риторике постоянно, он говорит о необходимости объединения трех славянских народов, русского, белорусского, украинского, он всегда еще и до войны, и потом в ходе войны говорил, все будет сделано для того, чтобы все три народа жили вместе. Это такая советская ментальность, советская риторика, которую он использует. Угрожая Западной Украине, он прежде всего пытается послать сигнал Польше, как представляется, потому что именно Польша оказывает максимально большую помощь из приграничных государств, да, из многих государств мира, поддерживая Украину в этой несправедливой, ужасной войне, которая была развязана Российской Федерацией при поддержке режима Лукашенко. Реальных, я думаю, сейчас сил, средств для того, чтобы осуществить какие-то действия в Западной Украине, Лукашенко нет. По крайней мере, ну, такой информации мы не располагаем, но опять же и не видим с точки зрения потенциала военного, который бы располагал Лукашенко. Можно говорить о другом сценарии, если Украина в какой-то ситуации обратится за военной помощью к Польше, не знаю, обсуждается ли этот вопрос, возможно ли такая ситуация, вот тогда возможен превентивный удар или удар в качестве возмездия, мести на территорию Польши, то есть создание провокационной ситуации на границе. Вряд ли Лукашенко тоже способен пересечь границу НАТО, но создать конфликтную ситуацию с Польшей он способен. По крайней мере, такие сведения там поступали о том, что план такой уже разработан. До речі, коли подивитись на такі зустрічі Лукашенка з силовиками білоруськими, можна помітити дуже цікаву деталь, а те, що ні в Міністерстві оборони, ні в КГБ, ні в поліції немає жодного посадовця зараз чинного в Білорусі, який мав би погони
генерал-полковника. Максимум найвище звання – це чинний посадовець, генерал-лейтенант. Якщо брати міністра, наприклад, Хреніна, міністра оборони Білорусі. На вашу думку, чому така от, ну, якщо це сказати, деталь, так, з'явилася? Лукашенко боїться, що якийсь генерал-полковник, він матиме великий авторитет, і це стане, і він стане конкурентом його, чи причина в чомусь іншому? Нет, это абсолютно умышленные действия с его стороны. Это ту политику, которую он проводил, находясь на должности, которую он сейчас узурпирует. В нашей стране он никогда не был тем человеком, который раздавал генеральские звания. Мы знаем, что в нашей стране есть один маршал, генералиссимус, и я думаю, вы не раз лицезрели эти смехотворные шуточные кадры, когда он выходит в форме непонятно кого, маршала, ну, якобы главнокомандующего, но выглядят анекдотично. Вы знаете, если посмотреть даже на Netflix фильм, посвященный диктаторам, он очень смахивает на Хусейна, который также всегда выходил в военной форме. Вот это его видение себя в государстве, видение себя в мироустройстве, создание такой психологической угрозы всем и вся. Конечно, посмеиваются с этого военнослужащие Беларуси, открыто никто ничего не скажет, но то, что выглядит это скептично, я еще и раньше обсуждал это с многими военными, ну, уровня генералитета, и, конечно, все к этому относились очень скептично, и никогда это в армии не имело поддержки, потому что, ну, он служил в пограничных войсках, но, насколько я помню, там дослужился до лейтенанта, может быть, до старшего лейтенанта. Вы помните эту историю, связанную с тем, что он у Путина просил звания полковника. На полном серьезе говоря о том, что он чуть ли не готов стать полковником вооруженных сил Российской Федерации. Вот ему это болит. Ему болит, что он до сих пор подполковник. Каким образом его получил, это надо отдельно, наверное, изучать. Но поэтому он и не хочет раздавать звания генеральские, ну, представителям вооруженных сил Республіки Білорусь. Елементарна чоловічська жадність, ревність. Пане Павло, також вчора з'явилася така цікава інформація, що на півдні Білорусі помітили підозрілу активність із інспекцією занедбаного 369-го ракетного полку. Як гадаєте, чи є ймовірність, що Лукашенко може розташувати там ядерні боєголовки, ядерні ракети? На що взагалі може вказувати така інспекція? Тому що раніше Лукашенко заявляв, що ні, ніякого ядерного озброєння на території Білорусі не може бути і в планах також не було. Ну, это не совсем так. Если мы говорим по конкретным шагам, которые предпринимает режим Лукашенко, давайте начнем с истории изменения Конституции, которую он организовал 27 февраля, псевдореферендум, очередной раз сфальсифицированный плебисцит в Беларуси, о чем говорили все наблюдения, и в том числе наши экспертизы, в котором Беларусь фактически утратила нейтральный статус. Было заявлено на уровне его министра иностранных дел Макея, самим Лукашенко, что вот эта ситуация, которая сложилась, ну якобы это подается обоснование, не может давать нам возможность продолжать движение к нейтральному государству, поэтому мы должны опереться на союзника Российскую Федерацию. И теперь фактически правовая дорога для возвращения ядерного оружия на территорию Беларуси открыта. Я думаю, уверен даже в том, что этот вопрос обсуждали Путин и Лукашенко в ходе своих регулярных постоянных встреч. Кстати, в ближайшее время планируется очередная встреча, как вы знаете, буквально вчера ТАСС опубликовала информацию, что, возможно, в ближайшее время состоится очередной визит Лукашенко на поклон к Путину. Наверное, это может быть даже и до конца недели. Так что эта тематика была предметом обсуждения Путина и Лукашенко. Говорить об инфраструктуре, которая может быть использована, конечно, речь не идет о строительстве новой инфраструктуры, использовании старой советской. И здесь Лукашенко также публично заявлял, что он держит все это в порядке, в такой ситуации, которая может дать возможность использовать, задействовать эту инфраструктуру. Ну и что касательно уже конкретной той информации, которую вспоминаете, ну, по крайней мере, та информация, которая у нас есть, в том числе из белорусского Говина, известного телеграм-канала, именно та площадка, она не находится в том надлежащем состоянии, чтобы она буквально завтра могла бы быть задействована для размещения ядерного оружия. Так что есть здесь
правовые основания или, скажем, псевдооснования, есть политическое желание, есть декларации политической стороны Лукашенко, ну и есть реальность, насколько сейчас действительно это возможно осуществить. Но все же я здесь скептик, зная характер Лукашенко и понимая, к чему движется Путин, нельзя исключать того, что на территории Беларуси в ближайшие годы может вновь появиться ядерное оружие. Ну, тем более, как мы видим, какое отношение к Будапештскому меморандуму. Есть полные права и Украины говорить о том, что он не просто денонсирован и разорван, не соблюдается. Я думаю, что это использует в риторике и сам Лукашенко. Але при цьому, до речі, в МВС України повідомляли, що російські військові натомість вивозять з Білорусі 122-міліметрові снаряди на територію Росії. Чи може це свідчити про те, що все-таки в російській армії є дефіцит боєприпасів по окремих напрямках? Адже якщо раніше, наприклад, стягували російські війська до Білорусі, то тепер відбувається якийсь протилежний рух. Ну, я здесь не специалист, не буду здесь спекулировать. Я могу единственное сказать, что да, мы знаем о том, что с хранения снимается часть вооружений Республики Беларусь в рамках проверки боеготовности вооруженных сил Беларуси. Мы знаем, что сейчас проводится скрыто, неявно, не публично план мобилизации, план подготовки к войне. Речь идет о проверке, не о реальной мобилизации, что даже в ближайшее время будут направляться повестки военкоматами. Даже уже поступила информация, как по Гомельской области расписан план направления повесток резервистам в возрасте от 40 до 50 лет. Еще раз говорю, проверяется возможная работа экономики в военном положении при объявлении военной ситуации в Беларуси. Такие инструкции, пакеты получены многими руководителями предприятий. Такая информация к нам поступала. То есть одновременно Лукашенко постоянно осуществляет действия, показывающие о том, что он готовится к войне. Кстати, вчера он опять обронил эту фразу «Если война» в ходе этой встречи с силовым блоком. Поэтому, да, есть снятие с хранения вооружения, есть, наверное, желание направить в Российскую Федерацию, но ни объемы, ни какое вооружение туда направляется, я не готов об этом говорить. Пане Павло, і також Михайло Подоляк наголосив, що Білорусь не може бути ні посередником, ні однією зі сторін у переговорах між Україною і Росією через те, що ця країна є суб'єктом, яка виступила у війні проти України на боці агресора. На вашу думку, чому так Лукашенко прагне і бажає увійти в цей переговорний процес? Він таким чином бажає дистанціюватися від Росії і якось інакше позначити свою позицію? Чи як ви можете характеризувати ці прагнення? Я думаю, что нам всем, и, конечно, мы очень надеемся политическим элитам, руководству Украины, нужно принять и понять одну важную вещь, о чем я уже говорил в эфирах украинских телеканалов. Лукашенко является врагом белорусского народа. Лукашенко – враг украинского народа и враг Украины. И вот попытка оценить его телодвижение влево и вправо не должно влиять на нашу общую оценку данной персоны. Это человек, который принял участие в агрессии и принимает участие в агрессии Российской Федерации против Украины. Его режим этому способствует, оказывает содействие. И как соагрессор в войне, в соответствии с международным правом, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, он должен нести всю полноту ответственности. Также и за те военные преступления, которые совершаются на территории Украины, потому что не было бы возможности открыть границу, допустить российские вооруженные силы на территорию Украины, не произошло бы столько преступлений, которые совершаются и совершено на территории Украины. Это факт, который необходимо признать и исходить из этой базовой оценки в отношении реакции на действия заявления Лукашенко и на его ответственность в будущем. Поэтому наша команда ведет такой проект «Punish Putin's Puppet», наказать марионетку Путина, потому что он, конечно же, полностью подконтролен Кремлю, и он совершает эти преступления не в интересах, ну вообще совершать преступления в интересах, конечно, было бы неправильно, но совершает эти действия
не в интересах белорусского народа, а в противоречии Конституции и договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной, договора о государственной границе. Так что его попытки хистаться, вилять, это все выглядит как балерина в шпагате. Да, он политическое животное, да, он будет пытаться выкрутиться из этой ситуации, но позволить ему это было бы абсолютно неправильно, это было бы стратегической, внешнеполитической ошибкой для всех, кому зависит на том, чтобы эта война как можно быстрее прекратилась. И, до речі, с приводу того, как Лукашенко останні кілька тижнів, там місяць останній, робить такі завуальовані компліменти українським військовим. Ми пам'ятаємо, кілька тижнів тому він сказав, що Білорусі потрібно повчитися в Україні, як в Україні, в Збройних силах України створюються мобільні групи, які надзвичайно ефективно діють на полі бою. Тепер же ж, здається, тиждень тому він заявив, що українські воєнні снесуть голову любому. Звісно, це речення воно було в специфічному контексті вказано, яке теж негативне по відношенню до України. Але саме речення Лукашенка про те, що знесуть голову любому, це означає, що Лукашенко визнає, що українська армія потужна. На вашу думку, для чого Лукашенко в ефірі, в медіапросторі зараз тиражує ось цей свій меседж про свою, якби, таку симпатію до тактики українських військових? Но он также еще использовал достаточно известное распространенное выражение в средствах массовой информации о том, что победить народ, который сражается за свою землю, невозможно. Все это, конечно, можно воспринимать как сигналы и Украине, и украинцам, так и в сторону Кремля. Но еще раз говорю, я бы здесь не имел никаких иллюзий на отношение этого человека. Я думаю, что и ваше руководство Украины здесь никаких иллюзий не имеет. Это интервью советника президента Подоляка, которое мы, конечно, внимательно прочитали, порталу «Зеркало». Я думаю, что в том числе об этом очень четко и понятно всем говорит. И очень важно, мне кажется, придерживаться именно такой оценки всех заявлений, которые делает Лукашенко. Я не думаю, что украинские военные или украинское общество с удовлетворением воспринимает подобные заявления со стороны диктатора, человека, который совершает преступления как в отношении белорусского общества и народа. У нас уже на вчерашний день 1233 политических заключенных, а если пересчитать с 2020 года, сколько получили этот статус, то это уже, наверное, около 1500 человек, находящихся в тюрьмах. Также я думаю, что такую же оценку он имеет и со стороны украинского общества. Здесь не должны быть созданы какие-то иллюзии в отношении этого человека. Он совершает преступления, он помогает России, и он никогда не откажется от этой политики в отношении Украины. Вариантов, шансов на то, что он это сделает, нет, потому что это ментально человек склонен к тому, что он делает. Он может играть, он может заигрывать, он может лгать, он может изворачиваться, но суть его политики, нутро не поменяется. Пане Павло, це дійсно максимально дивно. Ми це обговорюємо з багатьма білоруськими експертами, дипломатами про те, що Лукашенко і не вашим, і не нашим, про те, що він возвеличує українську армію, потім він їде до Путіна на поклон, після цього він каже, натякає на те, що Росія могла напасти на Білорусь, а потім він пише листа до ООН, так, Гутерішу, з таким меседжем, що нібито Білорусь, вона непричетна, є загравання Заходом. На вашу думку, ось цей капкан, трикутник, в якому опинився Лукашенко, чим він може для нього закінчитися? Який кінець буде для Лукашенка? Ну, я говорю о том, что победа Украины – это означает конец для двух систем диктаторских, как в Российской Федерации, так и в Беларуси. И наступить в Беларуси он может гораздо быстрее, по той простой причине, что большинство белорусского общества против Лукашенко, и это около 80%, большинство белорусского общества против войны в Украине, это более 70% однозначно, согласно всем социологическим опросам.
И здесь мы отличаемся от российского общества, поэтому здесь наступить может гораздо быстрее изменение. Даже продолжительная война, не дай бог, мы, конечно, очень хотим, чтобы она закончилась как можно быстрее между Украиной и Россией, также может привести к более быстрому падению режима Лукашенко. То есть даже еще не дождавшись победы Украины, на что мы очень все рассчитываем и ждем, Лукашенко может пасть, и его режим может просто исчезнуть с белорусской земли, потому что для этого гораздо больше предпосылок. То, что он сейчас пытается вот заигрывать зерном, какие-то сигналы посылать. Был период, мы помните, обсуждали, и ваш представитель Арестович, советник президента, говорил о том, что стучался на европейские двери, где ему они не открылись. Это все попытки уменьшить санкционное давление на его систему, на его режим, который он создал в Беларуси за 28 лет. Попытаться еще выдержать какой-то период времени, чтобы потом переформатироваться, перекраситься как хамелеон и попытаться дальше продолжить править Беларусью. Вот это все связано с главным причиной, первопричиной, фактором выживания. Он сейчас пытается выживать. Его режим трещит по швам. Трещит экономика, упал ВВП на 6,5%, упал экспорт на более чем на 20%. Инфляция, стоимость продуктов питания растет. Многие предприятия переходят на 3-4-дневку, не хватает комплектующих и так далее, и так далее, и так далее. Все это его заставляет, с одной стороны, метаться и бегать, и искать какой-либо поддержки на Западе, искать потенциальные финансовые ресурсы. Ну и, с другой стороны, он понимает, что ничего не остается, как иметь эту поддержку, получить поддержку со стороны России. Но здесь возможности тоже уже более ограничены.